Привет, фэмлис, меня зовут Аня. Слякоть на дворе и слякоть в носах, а именно с носа, к сожалению, начинаются все простудные заболевания, подхватываются вирусы и случаются все остальные неприятности. Очень простые советы, даже не советы, лайфхаки, которые вы 100% все знаете, но решили лишний раз вам напомнить, чтобы вы сделали для себя to-do-лист, каких правил нужно придерживаться, чтобы ваши детки не болели. Итак, прежде всего, номер один – это свежий и чистый воздух в помещении. Обязательно комнату нужно проветривать, какая бы погода за окном ни стояла. Окна проветриваются по очереди, постоянно дети выходят из комнаты, я открываю окно, для того, чтобы сохранять вот этот баланс свежего воздуха, и дети и нос мог дышать максимально чистым воздухом, по крайней мере, по возможности чистым. Возможно, мы не можем уследить и проконтролировать за воздухом в детском саду, но обязательно должны следить за воздухом в собственной квартире и обязательно в детской. В этом нам, конечно же, помогают не только наши собственные ощущения, но и термометры. У меня, когда родилась первая Маруся, моя первая девочка, я сразу же себе купила такую нехитрую штучку, которая помогает следить за правильной влажностью воздуха. Мы понимаем, что когда слизистая носа пересушенная, она, в общем-то, уже, в принципе, предрасположена к тому, чтобы подхватить какую-нибудь гадость. Поэтому обязательно следим за влажностью в комнате. Оптимальная это 50, и все то, что ниже 40, это уже как бы плохо, точно так же, как и больше 60. Это уже слишком тяжелый, слишком такой влажный воздух, который прям сырой, да, который тоже не полезен для организма. Как я поддерживаю влажность в комнате? Тоже нехитрый способ — увлажнитель. Слава богу, сейчас есть огромный выбор увлажнителей на любой карман, для любого размера комнаты. Если нет увлажнителя, то, в общем-то, когда-то я даже пользовалась влажными тканью, влажными тряпочками, которые нужно класть на батарею и сделать их настолько влажными, чтобы они не подсыхали к утру. Увлажнитель, который, в общем, там сейчас в современных этих аппаратах можно выставить и время, когда он работает, и влажность, которая должна нагоняться, и даже ионизация воздуха, и там много всяких разных опций. Второй небольшой лайфхак, который мало кто использует, на самом деле работает и точно уж не лишний, это домашний небольшой кварцеватель. Вот он у меня стоит, кварцует воздух, я периодически включаю его. Натолкнула меня это на мысль череда простуд и вирусов, которые старшая девочка приносила из садика, а тогда еще совсем младенец Катя постоянно вслед за ней болела. Поэтому, как только я понимаю, что в квартире есть намек на простуду, включаю кварцеватель для того, чтобы убивать те бактерии, которые я могу убить. Сказать на 100%, что это работает, не могу, к сожалению. Но, по крайней мере, мне, как щепетильной маме, точно помогает жить спокойнее, что в моей квартире сделано все для того, чтобы инфекции не передавались дальше всем остальным членам семьи. Золотое правило любой адекватной мамы, которое ей передала ее мама, значит, бабушка наших детей, это держать ноги и голову в тепле. Носим теплые шерстяные шапочки, которые защищают шею, защищают голову, такие так называемые буратинки, они закрывают и уши, и в уши тоже нам ничего не дует. Обязательно мои дети носят такие шапки вместе с теплыми носками. Можно выбирать два варианта: шерстяные для дома, которые связала бабушка, или же термоноски, которые продаются в любом спортивном магазине, который мы используем, когда едем кататься на лыжах. Они очень тоненькие, и перед прогулкой обязательно одеваю ребенку в обувь, чтобы сохранять естественное тепло тела. Нос, конечно же, надо не только беречь, но и защищать. И следующее золотое правило – всегда держать напоготове домашнюю аптечку, в которой всегда должны быть лекарства от насморка, чтобы пресекать его при самых первых симптомах. У меня мои два проверенные любимые средства, всегда ними пользуюсь. Один – это сосудосуживающий препарат, который помогает, да, там носу не разбухать и слизи не накапливаться. А второй я использую, в принципе, даже больше как для профилактики. Вижу, что что-то там уже не в порядке, что-то шмыкает. Закапали, в принципе, и себе тоже, даже если еще насморк не начался. И, в общем-то, убереглись от потока в носу. Помимо этого, в аптечке всегда есть средства, там морская водичка, неважно какой фирмы. Обычно пользуюсь
даже если насморка нет, в принципе, опять-таки для того, чтобы просто увлажнить слизистые. Перед сном, после прогулки пришли, забрызгали дома свежий воздух, нос легко дышит, потому что он прочищен, потому что элементарно пыль, сухой воздух, который был на улице, там в детском саду, может забивать носик, и его лучше все-таки промыть. Какая-то микроба отсела, кто-то там на ребенка пчихнул рядом. Промыли нос, не переживаем, что микробы осели, через там 3 дня вызовут какой-то вирус. Сироп от кашля, жаропонижающие, ну, в общем, как бы стандартный набор, зимний, я так сказала бы, джентльменский набор любой мамы, для того, чтобы быть спокойной, что простуда не застанет вас врасплох. Конечно же, помимо аптечки, не хочется к ней прибегать, правда, и пользоваться уже медицинскими препаратами. Свежий воздух, увлажненный воздух, антибактериальный, который убил все то, что там какие-то люди или вы сами принесли с собой с работы. И, конечно же, максимум движения. Долгие прогулки, игра в снежки, не бросаем танцы, гимнастику и любой спорт, плавание, который был у детей и летом, и весной. Я думаю, что я, конечно же, здесь выступаю немножко как капитан очевидность, но тем не менее, движение нужно для того, чтобы разгонять кровь по организму, чтобы правильные гормоны работали в своем правильном порядке, чтобы кислород шел по крови, чтобы полезные вещества, которые мы употребили вместе с пищей, доставлялись к тем органам, которым они нужны. Поэтому движение – это прежде всего правильное кровообращение, насыщение организма кислородом. И все это ведет к сильному и крепкому иммунитету. Напишите нам в комментариях свои полезные советы, лайфхаки, как вы защищаетесь от вирусов, как вы защищаете себя и своих детей. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и не забывайте, мы всегда с вами, ваш Family Is.